привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 ноября. И вот только что я рассказывала, отвечала на вопрос про вот эти вот наши инфракрасные обогреватели. И пока я здесь в теплице, я сразу небольшое видео сниму совсем на совершенно другую тему про сидираты. Я вот все говорила, буду есть до конца, сидираты буду есть, но сейчас они выросли уже так, до такого размера, что самое время их закопать. И вот когда люди начинают рассуждать, что делать с сидиратами осенью, или оставлять их, или закапывать, я сразу скажу, я не всегда успеваю их закапывать, я даже не всегда успеваю их вовремя посеять, чтобы они выросли вот до такого пышного состояния, когда их уже можно закапывать. У меня в некоторых теплицах, это вот они выросли только из-за подогрева, благодаря этому такие пышные, что их можно сейчас закопать, и что вот эта зеленая масса принесет большую пользу. А в других теплицах, где холодно, там у меня маленькие вот такие сидиратики, два листика только крошечных, и их закапывать смысла нет. Когда-то у меня вырастает, когда если долгая осень теплая, вырастает зеленое масло, как масса. Когда-то не успевает вырастать. Я сильно на это не обращаю внимания, потому что, ну, как получится, так получится. Но когда получается вот такая зеленая масса, вот прям месиво, такая каша-малаша, конечно, лучше ее закопать в грунт. Она там вся у нас перегниет, разложится, даст очень много полезных веществ в почве. Но если бы, да я даже сейчас ее не перекопала и не закопала туда, ничего страшного не произошло бы, потому что, как я вам уже говорила, что здесь мы добавили уже и новой земли свежей, и перегноя. И вот именно вот эта закупка сидиратов, она очень важна для тех людей, у которых нет возможности добавить свежий грунт, как-то облагородить, повысить плодородие почвы с помощью таких естественных приемов. То есть принесли новой земли, в которой никто еще ничего не высаживал, и все, пожалуйста, можно и без сидиратов обойтись, как я и всегда делаю, потому что мы выращиваем всегда, вот у меня в теплице, помидоры на помидоры, 10 лет помидоры, 15 лет помидоры, и все помидоры и помидоры. Менять, маневрировать, поддерживать вот это правило севооборота нет возможности. Участок всего 6 соток. Куда ни пойдешь, везде забор соседский. Ну, короче, у нас негде размахнуться. Но вот в этом году, именно про эти сидираты я сейчас скажу. Это, конечно, сейчас будет делать муж, потому что он мне попался. Сегодня выходной, и тут праздничные дни. И ему совесть не позволит, конечно, если я буду копать, а он будет лежать на диване. Но не совесть не позволит, я не позволю. Он сейчас мне поможет, все это перекопает. И мне облегчение, и я сделаю так, как надо. Но если бы у мужа не было выходного, то, возможно, я бы и бросила так. Даже так, неперекопанные сидираты, которые вы оставите вот так, это и то польза для грунта. Во-первых, там и корни. Корнями они все разрыхляют и облагораживают грунт. И вот это еще все будет... Некоторые, знаете, как делают? Вот так оставляют. И весной прям вот так же и высаживают. И он уже... Это вот получается еще сверху как такой... Как типа мульчи. Ну, делают по-разному. Я сейчас расскажу только о том, что буду делать сейчас я. Я что-то увидела. Смотрите. Земля парит. Начал... Вот так вот, я попросила мужа, он начал перекапывать. Я не знаю, передает вам камера или нет. И, вероятно, температура воздуха 10 градусов очень низкая. А с более нижних слоев, там, где подогрев, грунт перевернули, он более горячий. И вот тут видно работу подогрева грунта. Сейчас я еще потом подойду, рукой потрогаю. Ну вот, перекопка очень простая. Сейчас я в конце вставлю маленькое видео, как он перекапывал, а я его снимала. Сегодня я работаю в качестве видеооператора, а кое-кто работает вместо меня. Это редкий и счастливый момент в моей жизни, когда я тут ничего не делаю, только снимаю камерой. Но это, конечно, все шутки, но дело в том, что если у вас есть возможность, попросите кого-то или сами, просто переверните вот этот грунт травой вниз, и это даст намного больше эффект, чем просто вот трава сейчас вырастет, и потом она замерзнет и высохнет. Все, до свидания. Вот я себе последнюю порцию срезала горчицы. Пойду сейчас ее кушать. Остальное придется закопать в землю. И еще, у нас был небольшой период такой тепленький. Проснулись опять мои редиски.
в той стороне, где неотапливаемый грунт. И вот сейчас стало очень хорошо видно, прошел ведь почти месяц, как растут растения там, где не отапливается, полностью от погоды зависит. Было холодно, они стояли вообще вот такие, ну как в застывшем состоянии. Чуть потеплело, они немножко пошли, но они не успеют, они уже как подмороженные, такие листья уже как прихваченные. И как растет эта сторона, где обогрев. Я так рада, что я сделала обогрев. Если все получится так, как я мечтаю весной, ой, это будет счастье для огородника. Все, до свидания. Кстати, вот сейчас подошла, потрогала. Снизу же вот так переворачиваем пласты. О, земля теплая. Ну, правильно, градусник показывал 25 градусов, уже ощущается. Вот бы весной так. И сюда помидорочки посадить. Вокруг был бы снег, еще лед. А у нас тут оазис.